говновозом, а у меня прав нету. То есть эта работа мне тоже не подходит. Там же на машине надо ездить, правильно? А у меня прав нету. Максимум могу, блин, в этом, как у, в портфеле носить или там в кармане. Но этого, блядь, мало, понимаешь? Наши предки не оставят тебя. Ну, пакет могу отнести, блин. Кому такой работник нужен?